Ребят, всем привет. Недавно увидел выступление Алексея Арестовича. Я бы пропустил бы без внимания это его выступление, если бы не одно маленькое «но». Там было про большую зраду. Сейчас я вам переведу его, кусочек его выступления и потом маленький небольшой комментарий. Погнали. Вы серьезно считаете, что это наша основная, главная задача? Не время заниматься приватизацией? В принципе, во время военного положения, которое мы имеем сегодня? Я хочу обратиться к нашим правоохранителям. Надо заниматься не только эвакуацией, потому что кто-то где-то эвакуировался и потом долго не могли найти. У вас есть свой фронт работы. Сегодня есть сообщение о том, что где-то разворовывается гуманитарка. Где-то не дошла помощь. Война – это не индульгенция для кого-то, чтобы наживаться. Наоборот, это тот момент, когда надо максимально держать руки чистыми и следить за этим. Поэтому давайте не ускорять приватизацию, а усилить контроль государства за каждой копейкой, которую сегодня собирают граждане, последняя отрывая для вооруженных сил Украины. Ого, оказывается, как гуманитарку на Украине воруют. Интересно. Хотелось бы знать, кто это там у них там гуманитарку ворует. Вот это да. То есть там не все честные такие, да? Правильные. Кто-то все-таки не чист на лапу. Ну ладно, поди разберутся сами. Все, давайте, пока.